Тени толкай в Чебоксарах. И речь идет совсем не о спортивных состязаниях. На 3 дня из Белоруссии в Чувашию приехали ребята из группы с таким веселым названием. Белорусские хлопцы приняли участие в съемках клипа на песню, которая станет саундтреком к фильму «Обочина» продюсера из Чувашии Юрия Спиридонова. Перед тем, как вернуться на родину, коллектив «Тени толкай» заглянул и в нашу студию. Группа «Тени толкай»! Встречаем! Группа существует уже 14 лет. В родной Беларуси их знают и любят. «Тени толкай» – призер практически всех фестивалей и конкурсов, проходящих в Беларуси. На данный момент группа уже выпустила 6 дисков, сняла 14 клипов, дала более 300 сольных концертов, участвовала в «Песне года» в фестивале «Славянский базар» в Витебске. Ребята засветились и в российском кино. Самая запоминающаяся сцена в фильме «Стиляги» режиссер Валерия Тодоровского. Мы снимались много фильмов, сериалов, писали для них, но всегда хотелось так более серьезную песню сделать, более серьезному фильму. Вот судьба свела с хорошим человеком, с Юрой. Вот, он предложил посотрудничать, мы, конечно же, согласились. Ребята признаются, что сценарий фильма «Обочина» зацепил, поэтому песня родилась достаточно быстро. Затем пришло решение – снять клип на эту композицию. Часть съемок проходила в чистом поле, а часть – в настоящем цыганском таборе. Еще нам повезло очень с погодой, что буквально мы закончили съемки и начался дождь. А мы так все успели, все вовремя, очень красивый был световой день, облака, ну, зрители все увидели. Причем ночные съемки то же самое, что пока снимались, дождя не было, только закончили. Пошел. Мы возле костра с цыганами, там поем песни. То есть так получилось, что мы еще 2 часа не могли уехать. У них оказался день рождения был у кого-то. Пока еще. Все песни не спели, которые вспомнили. Несмотря на насыщенный график, ребята все же успели познакомиться и с нашим городом. Прогуляться по центру чувашской столицы. Мы посетили, наверное, такие знаковые места, наиболее красивые в вашем городе. Очень интересно. У нас... В Минске нет вот этой большой воды, вот, которая у вас есть, вот Волга, вот это, поэтому очень красивые пейзажи. И хочется приехать сюда летом, потому что, говорят, гораздо это все эффектнее выглядит летом. Ну, конечно, впечатлило символ, наверное, Чебоксар, скульптура матери. Это будет, наверное, покрасивее, чем в Рио-де-Жанейро. Хлопцы признались, что хотели бы побывать в нашем городе еще раз летом, чтобы оценить всю красоту волжских пейзажей. А возможно и выступить на одной из площадок города со своими композициями. Не забыли солисты и поздравить наш канал с 2-летием. А заодно и подарили музыкальные диски со своими песнями. Пользуясь случаем, хотим от всей души поздравить национальное телевидение Чувашии с 2-летием, правильно? Скоро уже этот в детский садик вам 100-летие вам. Вот, конечно, что хочется пожелать, конечно, побольше зрителей. Интересных программ. Да, интересных программ, интересных сюжетов, интересных мыслей. Интересной работы. Да. Побольше эфиров. «Тени толкай», Минск, Беларусь. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.